Кіраўніцтва вобласці, районаў і грамадскіх арганізацый не пакінула гэты факт без увагі. Для хлопцаў і дзяўчат, якія дасягнулі паўналецця і ў гэтым годзе удзельнічаюць у выбарах кіраўніка дзяржавы, БРСМ сумесна з органамі ўлады праводзіць святочную акцыю. Юнакі і дзяўчаты атрымліваюць у падарунак экземпляр Канстытуцыі краіны, а таксама сувеніры. Почувствовал ответственность, то, что, возможно, мой голос станет решающим. От каждого голоса будет зависеть будущее, кто станет президентом Республики Беларусь, что будет в дальнейшем со страной. На выборчем участку у Галавінца, где проходит одна из подобных акций, створены все умовы для комфортного голосования. Урочистую атмосферу подтримливают интерактивные зоны БРСМ, творчие выставы, музыка и богатый ассортимент харчовой продукции. Активная явка выборщиков тут назирается с самой раницы. Жители Гомельского района, как в каждые выборы, демонстрируют активность. Активность по участию в определении решения нашего государства. Это крупная политическая масштабная кампания. Поэтому она достаточно важна для каждого гражданина, для каждого белоруса, для каждого жителя Гомельского района. И меня радует, что уже на вчерашний день выборы на территории Гомельского района, они состоялись. Более 55% наших избирателей приняли решение и в период досрочного голосования сделали свой выбор.